такой сказал. Да-да-да. Хотя он мне очень откликался. Мне очень откликалось его вот это вот размышление, то, что он говорит про проявление через мужчину и женщину в первую очередь, то через любовь, через созидание, ну, короче. Но вот что-то он такое сказал, блин, забыла. Все это верно сказано. Привет, что за море там слышно? Это Черное море, я в Болгарии. Блин, я даже пересмотрю, нужно вспомнить, чтобы для себя прокрутить в памяти, я там что-то смотрела. Полиенко, это тот лысый? Да. А вообще, когда я его первый раз увидела, мне вообще вот мое первое впечатление, что, кстати, очень важно, да, когда мы видим человека, наше первое ощущение. Карла, thank you so much. Наше первое ощущение, и у меня почему-то первое ощущение, когда я его первый раз в жизни увидела, он мне не откликнулся. Он мне вообще напомнил какого-то... Я подумала, что он этот... с рептилоидами какими-то, не знаю почему, вот его глаза, почему-то мне так показалось, и я так, ну а потом, когда я начала его слушать, думаю, блин, ну он типа правильные вещи говорит, а потом думала, почему у меня такие ощущения были, да уже год его не слушаю, а сидела на нем плотно все вебинары слушал. И я вот, когда сейчас, типа, у меня пошли вот эти вот мысли, что он начал какую-то фигню говорить, я вспомнила свои первые ощущения. Думаю, мне он сначала вообще... А потом, типа, я мозгами начала думать, ну он же говорит то, типа, правильно, да. Мне начало откликаться то, что он говорит. Но как я тоже слушала духовных наставников, что часто, вот, знаешь, типа, темные рептилоиды, они будут говорить то, что нужно... И типа очень правильные вещи, чтобы потом повести как бы не туда людей. Знаешь, типа такой вариант есть. Я тоже так думаю, никого никогда не слушаю. Был отклик, потом его не было. Да, и вот что мне в последнее время показалось, что вообще что-то не то происходит тоже. Так обычно и происходит. Угу. В общем, всегда важно слушать себя, свои внутренние ощущения. И я вот всегда, я сейчас только на это ориентируюсь. Даже если мне ум и моя логика говорит, что типа это логично, правильно, но ощущениями и телом я чувствую другое, я выбираю сделать выбор в сторону своих ощущений и тела. Потому что я больше этому доверяю. Генератор только через отклик реагирует на мир, через курьеров получает все, что... Да, точно. Hello. Наше тело, оно само все знает, да. И, кстати, мне нравится, что дизайн человека об этом говорит. Вот именно эта система, она говорит не слушать ум, а слушать тело и свои, ну, ощущения. Что ум нас обманывает. Я вот с этим согласна, что нужно больше чувствовать сердце, ощущения и тело. Hello, you're so beautiful. Thank you. По сути, мы с вами энергия. Все есть энергия. Почему? Важно прокачивать энергию, потому что все есть энергия. Люди вообще идут энергии. Я делаю то только, что мне интересно. Правильно? Ты слышала, что у нас не один центр принятия решения? Да.
Вот, Алиса, смотри, как мы взаимодействуем сейчас, и тему такую раскрутили. Благодарю тебя, добрый душ. Да что такое? Мои смс перестали проходить. Я не знаю, кто на тебя обиделся. Энергия — это мы, и вокруг нас энергия, да. Я как минимум 3 ощущаю. Какие? А ну расскажи, какие ты ощущаешь. Это прошло. Приятная мягкая энергия. Угу. Ой, Роман, я хочу вас спросить, какой 1-3. Я знаю, что я вот недавно читала, как профили в отношениях, вот это изучала эту тему, там действует и так далее. И вот я изучила, что профиль 1-3, они такие, как исследователи, и они, если им, например, понравился какой-то объект, да, ну какой-то человек, они сначала его изучают, такие как шпионы, изучают, и только потом, вот когда они там могут следить, изучать за своим объектом симпатии, они только потом могут приступать к действиям. Подтвердите ли вы такую информацию? Чем выше вибрация, тем лучше, да. Проходит только то, что он не нужен. Энергии не дает. Кто-то меня блокирует в чате. Можно на ты, вы — это темная сторона. Хорошо. Я тоже людей изучаю всегда. Да, Юрий, ты тоже 1-3. Все танк. Юра, ты тоже танк? Как шпион. Да, мне кажется... Ну что я спрашиваю? Юра шпион, я знаю. Юра шпион. Почему вы — это темная сторона? Роман, ну вот расскажите, почему вы — это темная сторона? Я на диване шпион. Вы тоже, наверное, 1-3. Можно быть и на диване шпионом. Шпионить можно откуда угодно вообще. Я не шпион, а дева. Нет, ты, Юра, шпион. Я знаю, ты любишь шпионить. Шампиньон? Александр наблюдает. Ага, наблюдатель. Вспомнил свое видео про фильм «Шпион». А что у тебя за видео про шпиона? Я